В одном английском городке под названием Бирмингем в 20-м году 20 века промышляла банда с необычным названием «Острые козырьки». И именно про них рассказывает новый сериал от канала Кубик Продакшн. Сюжет крутится вокруг семейства Буко, а конкретнее главы семейства Ивана Буко, который по совместительству является предводителем самой жесткой банды в Бирмингеме – «Острые козырьки». Спросите, почему такое название? Просто у членов банды был запоминающийся атрибут в виде вшитого в козырек лезвия, которым они не пренебрегали использоваться при удобном случае. В плане своей деятельности мало отличались от своих итальянских коллег. Пришивали лавочников, грабили, убивали, занимались незаконным букмекерством. Все так и шло, если бы Иван со своей бригадой не присвоили государственное добро, которое не то что трогать, но и смотреть в его сторону явно не стоило. И это так сколыхнуло всю политическую верхушку Англии, что даже Уинстон Черчилль заинтересовался этим делом и послал своего лучшего человека, Хао Вана, разузнать, что же все-таки там произошло. Just dream. Sun is high up in the sky in my car, drifting down into the abattoir. You see what I see, dear? The air grows heavy, listen to your breath, entwined together in this culture of death. Do you see what I see, dear? Slide on over here, let me give you a squeeze, to avert this unholy evolutionary trajectory. Can you hear what I hear, babe? Does it make you